Всем добрый вечер. Добро пожаловать в город воинской славы Грозный. Стадион имени Султана Велимханова. Играет на этом стадионе Владикавказская Алания. Сегодня в гости к Алании приезжает Акрон из Тольятти. И будем следить с вами за развитием событий в этом матче. Сегодняшний арбитр Александр Машлякевич из Москвы. Появляется коридор справа, мяч штрафной, и Багаев цепляет. История ровно такая же, снова пенальти. Разбегается капитан Савичев, пробил и забил. 1-0, Акрон повел, отличившись с пенальти для Тедеева. Соответственно, это тоже первый матч вообще в истории против Акрона. А здесь момент опаснейший. Ну-ка, удар и 2-0. Карим Гераев. Вот так-то. И отсюда можно пробить. И следует удар. Рикошет. Багаев. Багаев 2-1. Алания возвращается. 30 минут и уже 3 гола есть. И даже лидировали в счете вот именно с таким результатом. С результатом 2-1. А здесь 3-1. 3-1. Акрон. Акрон вновь забивает. Низом сыграть. Аккуратно, действительно, Алания действует. Удар и момент и гол. 3-2. Так. Сохраняется лидерство Акрона, но сейчас уже всего лишь в один мяч. Дача низом. Прострел. Это гол. Это не прострел. Это гол. 3-3. Алания забивает. Какая красота. Хабалов. Хабалов. Передача. Галаян. У-ху-ху-ху. И можно продолжить. Хасонов. Хасонов бьет. Заблокировали. И вот теперь уже точно завершается наш матч. Алания и Акрон по-прежнему не проигрывают.